хочу похвастаться своим приобретением. Ну как приобретением? Бесплатно, в общем, отдали мне две стоматологические установки. Это вот такое вот кресло. И к ним вот такие вот приспособы. Всякие кнопочки, то есть управляется кресло. В общем, в интернете посмотрел, где-то в среднем около 100 тысяч одна такая штука новая стоит. Но эти две бэушные, то есть списали. Видимо, людям жалко было выкинуть. Поэтому мне дали. Ну, сказали, что это все целое, рабочее. Просто купили новое. Видимо, богатая клиника. Такая вот штука. Сейчас все в разборе, страшно. Тут у меня у родственников комната одна не используется в частном доме. Пока привез им сюда, бросил. Сейчас попробую включить и посмотрим, как это все работает. Вот тут открутил я все это дело, чтобы можно было перетаскивать, они тяжеленные. Тут вот самое интересное, это вот эти вот сервоприводы, которые двигают это все, поднимают их. Два штуки здесь стоит. Вот это, я так понимаю, блок, потому что от него вот идут провода на них. Там еще вот концевые переключатели какие-то. И, в общем, к этому блоку уже идут провода вот с этой вот боковой вот этой вот панели. Это как бы место стоматолога. Здесь всякие бормашинки, всякая херь вот такая вот находится. Плевательница. Я думаю, что там внутри тоже полно всякого добра. Там же и компрессор должен быть, и насос, который это все воду высасывает, откачивает. Сейчас смотрите, вот подцепил я, нашел тут провод от компьютера. Мой тут старый компьютер валялся. Подцепил. В общем, какие-то тут лампочки горят. Вот нажал я на какую-то кнопочку. Все. Кресло поднимается. Вот так вот оно поднялось. Теперь нажимаем другую кнопочку. Оно сейчас примет исходное состояние, положение. Не знаю, что это за кнопочки, для чего они тут нужны. Тут много всего. Самое главное, что все рабочее. То есть бери и пользуйся. Ну, надо будет, наверное, заменить какие-то тут шланчики, потому что где-то я слышал, что они тут силиконовые. Если ими не пользоваться, то они высыхают со временем. Сейчас включим второе кресло, посмотрим. Подцепил второе кресло. Давайте на что-нибудь нажмем. Смотрим. Кресло поехало вверх. Напоминает Робокопа. Кино Робокоп, там такие были эти роботы на цыплят похожи. Что-то это кресло напоминает. Нажимаем на кнопку вниз. Вниз пошло. Так, что тут еще есть? Какие кнопочки? Вот это наклон спинки. Пошла спинка опускаться. Такая вот классная штука. Разбирать жалко на запчасти. Тут металла, наверное, килограмм 100, если не больше. Мы вчетвером, четверо мужиков здоровых, еле ее подняли. Вот так бы приспособить куда-нибудь. В общем, пишите, оставляйте комментарии, где можно применить эту всю аппаратуру. Либо, может быть, кому-то надо на запчасти. Пожалуйста, могу продать недорого. Вот такая вот штука. Называется это вот так вот. Ну, кому надо, будет потом
найдем марку, модель этой штуки. Все, всем спасибо. Пока-пока.